Эксперты-криминалисты – важное звено в органах внутренних дел. 1 марта 1919 года образовалось первое экспертное учреждение органов внутренних дел Советской России – Кабинет судебной экспертизы при Центре розыска НКВД РСФСР. Ну, вообще, в Московской области служба зародилась в 1972 году. И вот за нашей территорией был закреплен капитан милиции, тогда еще милиция была, Смолоноков Валентин Николаевич. Вот. Впоследствии, в 1978 году, он стал первым начальником экспертного криминалистического отделения. В 1998 году отделение было реорганизовано и уже превращено в отдел. До 2010 года отдел располагался на Советской в здании бывшего медвытрезвителя. Сегодня экспертно-криминалистический центр расположен в здании на улице Иванова. Спустя какое-то время у нас открылась химическая лаборатория, в которой производится физико-химическая экспертиза. Зачастую наши заключения экспертов, на них строится само уголовное дело, само обвинение. Работа крайне ответственная. Здесь служат люди, пришедшие в профессию по призванию. Дружный коллектив – это 14 сотрудников. Все они – профессионалы своего дела. Это очень интересно. Профессия. Да, я очень люблю свою работу. Очень интересно. Я училась на эту профессию. Коллектив у нас хороший. И начальник хороший. Дружный. Собираемся, отдыхаем вместе. Люди хорошие. Наш коллектив как маленькая семья, в принципе. Мы дружим с семьями, ходим на природу летом, там выезжаем. Какие-то праздники организуем вместе. Отдыхаем вместе. Ну, можно сказать, это друзья, семья. Маленькая семья. Этих людей объединяет общее важное дело – дактилоскопическую, трассологическую, баллистическую, почерковеческую, технико-криминалистическую, химическую и другие экспертизы, а всего их 7 проводят сотрудники центра. Все это способствует раскрытию преступлений. Нет такого человека, у которого такие же будут отпечатки, как у вас. Если, допустим, со осмотром происшествия мы изымаем следы, там непосредственно нужно прям сидеть и рисовать, как художник. Ты рисуешь, вот каждый эксперт видит по-своему, но в основном все совпадает. Работа 24/7. Они всегда готовы к выезду на место происшествия. Их труд крайне важен. В 2023 году было проведено свыше 1300 экспертиз. По результатам использования экспертно-криминалистических учетов в заинтересованные службы была направлена информация по 142 преступлениям. В прошлом году сотрудники экспертно-криминалистического центра произвели 523 осмотра мест происшествий. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.